Самых сильных спортсменов учебных заведений республики продолжают выявлять на спартакиаде студентов. В минувшие выходные в Северо-Восточном федеральном университете прошли соревнования по национальным видам спорта, в том числе и по масс-рестлингу. С каждым годом количество участников растет, говорят судьи. Вместе с тем растет и уровень подготовки. Несмотря на то, что соревнуются представители абсолютно всех институтов, на событии собрались и те, кто уже успел заявить о себе на российской арене. Например, вот Дмитрий Попов, там Артем Варданян, вот несколько человек есть, конечно, мастера спорта. Поэтому уровень очень высокий здесь, среднего уровня соревнования. Но здесь ребята подготовились, спортсмены, вот некоторые ходят постоянно на секцию масс-рестлинга. Например, здесь моих учеников много, из разных учебных заведений они участвуют. Они постоянно занимаются мадуни. И другие спортсмены тоже здесь занимаются, вот в университете тоже юности. Поэтому слабых, очень слабых здесь нет, наверное.